Здорово, что мы здесь сегодня с вами собрались, этим прекрасная погода на улице, но вот все, кто с нами остался, я думаю, мы отлично поговорим, отлично подискутируем, но вы знаете, Витальд Альбертович вчера сказал об этом в самом начале, но я тоже так считаю, что преимущество, не преимущество, скажем, такое уникальность нашего форума именно в том, что мы хотим, чтобы все акторы образования здесь соединились. И мы очень и очень рады, что у нас есть дети, которые могут нас чему-то научить. И это здорово, и поэтому нашу секцию про актуальное дополнительное образование как путь к мечте будут начинать тоже дети. И я вас прошу их встречать аплодисментами. И первая будет выступать Кобелюк Виктория, ученица 7 класса Международной школы смешанного обучения. Вика, заходи. Ага. Вы знаете, совершенно потрясающий опыт у Виктории, и она сейчас с нами им поделится. Всем здравствуйте. Меня зовут Виктория Кобелюк. Я, как уже сказали, ученица МШСО, 7 класс. И сегодня я хотела бы поговорить на достаточно важную тему именно здесь и сейчас для школьников. Что же я имею в виду? В последнее время я стала чаще задумываться о том, что мне более важно — знать, кем я стану в будущем, когда-то там далеко, или же понимать, кто я здесь и сейчас, в моменте. Ведь, как правило, у меня и у многих эти две вещи часто противоречат друг другу. А ведь хочется действительно и пожить в моменте, и двигаться в некой безмятежной среде, пробуя новое и понимая, что мне интересно, а что нет, чем я вообще не хочу заниматься. Сама я тоже достаточно активная, и у меня, к сожалению, был не самый лучший опыт с обычной школы, ведь, как правило, что она нам предлагает? Если есть какая-то дополнительная активность, то она скорее на обязательной основе, и это только какие-то олимпиады. Например, у меня в моей старой школе, обычной, государственной, в Подмосковье, была такая ситуация, что вот есть несколько детей, они любят рисовать, а на уроках и на скучных мероприятиях им запрещают, забирают, а потом приходят учителя и такие: «А почему вы нигде не участвуете? А почему у нас школа неактивная? А как быть активным, если вы даже не даете попробовать?» Если касаться лично меня, то я тоже достаточно активный ребенок, пробовала себя в разных направлениях: театр, вокал. Сейчас увлекаюсь волонтерством. И вот вы сейчас тут сидите, и первое, что приходит в голову: ну, это дополнительное образование, оно уже есть. Но я считаю, что такие встречи, подкасты и так далее, это должно быть не только между детьми, а и между до самой школой, ведь мне мы проводим достаточно много времени, как социальный институт, она должна нам в этом помочь, потому что это не должно быть только дополнительным образованием. Я считаю, что такая свобода выбора должна быть основной, ведь самое главное — не заставить, а заинтересовать. А предметы, которые принято считать у нас основными, типа математики, русского и так далее, они дают большее понимание не нашего мира и самих себя. А в сочетании не такого основного и не самого образования не, мы получаем уже в таком юном возрасте, вот мне лично 14, достаточно грамотных специалистов и людей. Поэтому если мы хотим в дальнейшем иметь хороших, грамотных специалистов и людей в будущем, уже взрослых, то надо в таком юном возрасте учиться понимать свои интересы и отказываться от того, что нам не нужно, не интересно и так далее. Поэтому это важно. Спасибо за внимание.
Да, спасибо большое. Вика, скажи, пожалуйста, ты сейчас учишься не в школе, да, в четырех стенах, а как вот ты сейчас учишься? Сейчас я учусь на заочном обучении. Для меня это более привычный формат, потому что с первого по четвертый класс я уже была на таком формате. Потом я пришла в обычную школу, разочаровалась, пошла обратно. Да, и это позволяет тебе больше времени, да, потратить. Как вот ты распределяешь свое время обычно? Вообще, действительно, заочное обучение позволяет иметь больше возможностей и свободного времени. Например, возможность закрывать лично в моей школе аттестацию более быстро. Ты закрываешь что-то, что тебе интересно, или наоборот, нет, более быстро. Тратишь время на предметы, которые тебе больше нравятся, ты хочешь уделить много времени. И, как правило, я стараюсь именно так и делать, что неинтересно, быстрее и в сторону. Интенсивно закрывать, да. Быстро проходить, да. Вот. Что более интересно, больше времени и больше возможностей. Да. Спасибо большое. Спасибо. На самом деле, я думаю, что они прям все в зале точно знают, что существует такая возможность. И действительно, российское образование в этом плане, оно уникально. Спасибо большое. Итак, а теперь своим опытом поделится с нами еще одна участница. Она приехала к нам издалека, можно сказать. Это ученица школы «Атмосфера», город Анапа. Да. Макарова Екатерина. Добрый день, меня зовут Катя. Мне 14 лет. Так. Мы все когда-то были детьми и мечтали стать взрослыми. Переодевались и изображали маму или папу. Мне с детства очень интересен мир моды. Уже с малых лет я старалась подбирать интересные образы и даже шить себе одежду. Примерно в 11 лет я начала задумываться о своем будущем. Но в моем городе не было учебного пространства, в котором я могла бы воплощать свои идеи в жизнь и идти к своей цели – стать известным модельером. И вот спустя 2 года мне несказанно повезло, и прямо в моей школе открылась арт-студия «De Lava», которая работает по направлению театр моды. А что такое театр моды? Это синтез таких видов искусств, как хореография, дефиле, швейное дело и дизайн. Но лично для меня «De Lava» — это место, в котором мне помогли раскрыться. Научили рисовать эскизы костюмов сначала на бумаге, а потом воплощать весь их потенциал в показе. Теперь, когда я хожу уже достаточно давно, мой день начинается с вдохновляющего просмотра показов известных модельеров. Я рисую эскизы. У меня отбирают карандаши, линейки, эластики. Заставляют рисовать сразу гелевой ручкой. А если я ошибусь или сделаю неаккуратно, тогда это нужно превратить в изюминку. Дальше идет время на общение с друзьями, которые разделяют мои цели и интересы. Во второй половине дня проходит урок по швейному делу, на котором я изучаю искусство конструирования одежды, кроя и шитья. Мы общаемся, обсуждаем планы на какие-нибудь новые конкурсы. И последний урок — это хореография. У нас проходит партерная гимнастика, дефиле и танцы. Мы разрабатываем постановки к новым коллекциям. Сейчас у меня хорошо получается двигаться в каждом направлении, но нужно помнить, с чего все начиналось. Первая коллекция, в которой я приняла участие, называлась «Драйв». Это был кастом джинсовой одежды. Вторая коллекция называлась «Сирены». Мы ее воплощали, вдохновляясь черноморскими пейзажами. Съемки этих моделей проходили на песчаных берегах анапских пляжей. Еще были коллекции «Грибная история» и «Ворожей» на младший состав. Я помогала ее шить, поэтому это был классный опыт. Последняя наша коллекция называется «Бессонница». Я сейчас в костюме из данной коллекции. Мы над ней очень долго и слаженно работали, и по ней виден не только мой прогресс, но и остальных ребят. Пройдя такой путь, в свои 14 лет я разработала коллекцию школьной формы «Перемена», которая полностью соответствует моим желаниям и требованиям. Эта идея уже заняла первое место на международном фестивале-конкурсе в Сочи. Кстати, Пабло Пикассо и Сальвадор Дали написали свои первые картины в достаточно юном возрасте — 8 и 12 лет. Это вселяет в меня надежду на светлый жизненный путь.
Думая о своем будущем, я выявила для себя несколько основных целей. Первое – это попасть на весомый национальный конкурс театров мод «Золотая игла». Второе – получить профессиональное образование. И третье – поступить в рейтинговые вузы, такие как, например, Омский ГТУ или РГХПУ имени С.Г. Строганова в Питере. Для модельера вообще очень важно знание всех аспектов мира моды. Несмотря на то, что очень много полезной информации я получаю в Делаве, она является моим дополнительным стимулом для хорошей учебы в школе. Ведь основные предметы очень важны для меня. Например, математика для расчетов, построение выкроек расходов тканей и финансов, русский литература для умения грамотно излагать свои мысли, обществознание для понимания социальных аспектов или химия, например, для понимания материалов для работы и состава тканей. Подводя итог, хочу сказать, что уже сейчас у меня есть представление о моем будущем. Я смогла побывать в разных городах, понять, что я хочу больше путешествовать и узнавать о других культурах. Это поможет мне реализовать себя как модельера, который идет в ногу со временем. Можно мне еще пару слов? Я привезла с собой материалы, свои эскизы, которые я рисую, то есть разработки к коллекциям. Если у кого-то есть желание знакомиться, я могу сейчас тоже подойти и дать папку. Да, браво, браво, спасибо большое. Екатерина, а скажи, пожалуйста, а вот на твоем пути, который ты сейчас проходишь, тяжело ли тебе и... Бывают такие моменты, когда прям очень-очень тяжело, и как ты себя поддерживаешь, может быть, кто-то тебя поддерживает? Как это происходит? На самом деле для меня бывает сложно выходить на сцену, я все еще переживаю, но у меня есть мои родители, мои замечательные преподаватели, которые всегда меня поддерживают. Кстати, хочу сказать за этот проект огромное спасибо моему научному руководителю, ну, пользуясь случаем, Арине Сергеевне, потому что без нее я бы не справилась. Тоже вот... В основном моя поддержка — это преподаватели. Кстати, не только в Делаве, ну, в арт-студии самой, но и школьные преподаватели меня всегда поддерживают. И родители. Мама тоже всегда помогает мне, наставляет меня тоже, переживает за меня. Она даже сейчас за меня переживает. Конечно. Вот насколько важна вот эта роль взрослого, да, педагога, особенно родителя. Спасибо тебе большое. Давайте еще раз поаплодируем Екатерине. Обязательно познакомьтесь с ее материалами, которые она с собой привезла. А мы будем начинать нашу дискуссию. Она у нас не будет в формате докладов. Мы не будем сейчас слушать просто речь. Мы действительно попробуем поговорить. Если кому-то в зале тоже захочется поделиться своим опытом, ответить на вопрос, обязательно поднимайте руку, и мы вместе поговорим. Итак, для участия в дискуссии про актуальные дополнительные образование как путь к мечте. Я приглашаю наших дорогих спикеров Витальда Альбертовича Ясвина, доктора психологических наук, доктора педагогических наук, профессора, лауреата премии правительства РФ в области образования, заведующего двумя кафедрами МГИМО, кафедрой педагогической культуры и управления в образовании, кафедрой образовательных систем и педагогических технологий МГИМО МИД России. Здравствуйте, Витальд Альбертович. Анна Данилова сегодня выступала перед нами, старший преподаватель МГУ, кандидат филологических наук, лауреат премии правительства РФ, доцент. Очень-очень много. Главный редактор «Правмира», основатель собственной школы и замечательный спикер. И всем нам нужно поучиться так выступать. Евгения Кац, автор и создатель сети кружков «Мышематика». Лектор, блогер, автор более 40 книг, в том числе «Необычная математика», «Математика в твоих руках», «Математика в припрыжку». Здравствуйте, Евгения. Максимова Арина, продюсер музыкальных и образовательных проектов, педагог, преподаватель-композитор онлайн-студии Max Music. Наталья Рогаль, руководитель платформы для творческих подростков «Ютинс». Наталья, мне говорят, попозже присоединиться. Ну, у нас свободная дискуссия. И Шлепнева Таисия, куратор
Большой школы анимации, продюсер Большого фестиваля мультфильмов, заведующая кафедрой анимации РГСУ. Поаплодируйте. И Ольга Петрова, заместитель директора Хорошевской школы, руководитель начальной школы и детского сада. Вот такой у нас кружок получился. И, как я сказала, мы с вами постараемся именно поговорить о каких-то глобальных проблемах в дополнительном образовании. На самом деле было бы здорово учитывать наших ребят, которые сегодня выступали, потому что мне показалось, когда я выслушала их доклады, что то, что я подготовила, и те проблемы, которые они тоже поднимали, может быть, косвенно, они были очень близки. И первый вопрос, который я бы хотела задать, это вот наши спикеры. Еще раз познакомьтесь с ними. Про основное и дополнительное образование. Вот Витальд Альбертович в своей книге он приводит такую статистику. Он говорит о том, что на сегодня где-то примерно 75-90% вообще образовательного процесса тратится на обучение. Да? Вот именно нужно разделять понятие обучения и образования. И лишь от 10-25% тратится на воспитание, социализацию и личностное развитие ребенка. Но при этом профессионалы, да, говорят нам о том, чтобы для того, чтобы добиться действительно личностного развития ребенка, необходимо тратить на эту вторую составляющую как минимум 50%. И вот в связи с этим я хотела, чтобы мы с вами, дорогие коллеги, поговорили на тему, вот при таком раскладе готовы ли наше современное школьное, школьное и профессиональное образование, которое ориентировано в основном на предметное обучение, оно готово к эффективному личностному развитию детей? Вот такой вопрос. Давайте, поскольку Витальд Альбертович... Вопрос да. Веселый, конечно. Давайте сначала уточним. Вот у нас нет понятия «основное образование». У нас есть понятие «общее образование» и «дополнительное». Это бюрократические штуки, не более того. Да? Я себя долго тоже приучал, долго вытравливал из себя слово «основное», потому что оно по смыслу логичнее, оно просится. Вы смотрите, вот у меня есть такая веселая картинка, которая сложилась за лет 15 диалогов в разных аудиториях. Значит, давайте себе представим, картинки нет, будем представлять, напряжем свои полушария, что тоже очень здорово. Значит, давайте себе представим 4 корзины. Вот все, что происходит в школе, деньги, энергетика, время, нервы, да, вот такой клубок, разложим его в 4 корзинки. Одну корзинку назовем вот как раз вот это общее образование, то есть уроки, контрольные, экзамены, факультативы, одна корзинка. Вторая корзинка – то, что неудачно называется дополнительным образованием, то есть это клубы, секции, кружки и так далее. Третья корзинка – социально-культурная жизнь школы. Праздники, акции, фестивали, экскурсии, гости. И четвертая корзинка – это индивидуальная работа педагога с детьми, индивидуальное консультирование, разное, и житейское, и по учебе, неважно какое. Вот. И я задавал вопрос, да, распределите, пожалуйста, дорогие коллеги, вот по этим 4 корзинкам вот весь этот, хочется сказать умное слово, континуум, я не знаю, подойдет оно сюда или нет. В общем, все, что происходит в школе, на 4 корзины. И что у нас получалось? У нас были оптимисты и пессимисты, да, как всегда это бывает, и действительно диапазон в первую корзину попадало от 70 до 90% людей, как бы отправляли. И дальше уже становится неинтересно. Как я всегда говорил, был такой про советские времена, была такая программа «Время», сейчас что-то есть аналогичное, и там был такой советский анекдот. «Все о нем и немножко о погоде». Да? О нем – это о Леониде Ильиче Брежневе по тем временам. Вот здесь получается та же история. Да?
и неважно, там, как распределились оставшиеся 15%, потому что все скушало. Это в логике, знаете, тоже весело. Дополнительное образование, как вам нравится, кружок занимательной математики в 10 классе или в 11. Мы отлично знаем, насколько эта математика будет кружком или будет дополнительным уроком просто по математике. Да? Вот. А дальше еще до ВГОС, вот представьте себе, что было время, когда еще не было ВГОС. И я уже тогда работал с аудиториями и спрашивал, а как бы школу распределить по уму, вот как вы чувствуете, да, вот как бы хорошо. И дальше то, что, Юля, вы назвали эти цифры, да, то есть получается порядка 50% отправлялось на общее образование, а другие 50 распределяли, ну, на индивидуальную работу порядка 10, да, и стало быть по 20%, ну, грубо, да, по 20% на дополнительное образование и социально-культурную жизнь школы. А когда появились ВГОСы, стало очень весело. Я стал задавать тот, а другие люди, другие поколения, я чуть-чуть изменил вопрос. Я стал спрашивать, а как нужно бы распределить время в школе, чтобы и правда исполнять федеральные государственные образовательные стандарты, в которых личностный образовательный результат поставлен на первое место, и в законе об образовании воспитание тоже поставлено на первое место. Именно так. Поэтому вот такая история. Да? Это к вопросу, вам шашечки или ехать. Я закончу мысль важную. Чтобы мы понимали, что ответить на ваш вопрос я не могу. Я могу только разложить вокруг ситуацию. Они специально такие вопросы, на которые... Да, мне деваться некуда. Значит, смотрите, в законе мы только что сказали, то есть это законодательная власть, это Госдума, а дальше, смотрите, у нас есть исполнительная власть в лице Министерства просвещения, его там называли 40 раз. Ну, мы понимаем, то есть Министерство просвещения, да, на сегодня оно у нас, вот это. Там какие у нас приоритеты? Приоритет обучения и приоритет предметных образовательных результатов. И учитель, школа, вы спросили, как в школе быть, а школа находится в ситуации профессиональной шизофрении. То есть она бьет себя кулаком в грудь и говорит, мы выполняем федеральные стандарты, а на самом деле контролируется-то она не Госдумой, а департаментами, министерствами и так далее. А там, извольте, баллы. Да, вот в этой ситуации мы и находимся. Поэтому знаете, либо шашечки, либо ехать. Да, сегодня интересная была дискуссия. В начале дня мы говорили про искусственный интеллект, про его развитие, про этические проблемы. И очень многие эксперты высказывались именно о том, что вот эту предметную часть искусственный интеллект как раз заменить может. И обучать ребенка, это достаточно эффективно, он может дать много обратной связи каждому ребенку. Но вот эту социальную, да, воспитательную часть, ее ну, вообще никак, кроме как коллективом, не заменишь. И поэтому здесь сложный вопрос. Ольга, вы что скажете? Да, я практик и руководя сейчас школой, которая ставит ключевую задачу развития персонализации личностного интереса, мы благодаря Витольду Альбертовичу провели исследование, как у нас вообще функционирует дополнительное образование. И мы поняли, что оно является обычным дополнением к основному, что с этим нужно что-то делать. Мы просчитали тот объем курсов, которые дети осваивают в начальной школе, и насколько оно совершенно прекращает свою эффективность к 8 классу. У нас в 8 классе 0,2% детей посещают какие-либо курсы доп. Образования. Повсеместно у нас там, точно так же. Мы их все теряем, они уходят у нас вовне, к репетиторам, в различные персональные треки, которые мы даже не можем для себя окончательно осознать. И мы попробовали выстраивать сейчас парадигму стажировок, профилирования с старшими детьми, чтобы у детей уже была возможность. Вот тот продукт, который мы сегодня видели на сцене, когда у ребенка уже есть полное понимание, куда он идет дальше, что он будет делать, она видит свое будущее. И попробовать выстроить историю с дополнительным образованием через видение этого будущего. Параллельно в процессе исследования у нас вышел вопрос, педагоги тоже хотят дополнительное образование.
они, во-первых, нам не хватает самих педагогов дополнительного образования, ну и те педагоги, кто сейчас находится в школе, кто узко занимается своим предметом, которые не имеют возможности, находясь в стенах школы, повысить свою квалификацию, но не по предмету, как обычно предполагается, я учитель русского, я буду развивать свой русский. Мы ввели йогу для педагогов, потому что им нужно находить источники ресурса, им это интересно и важно. И нам кажется, что вот образование дополнительное должно перестать быть просто приложением к основному, где мы как-то тратим время. Да? В начальной школе дети должны попробовать многое. Мы предлагаем разные виды, разные подходы к дополнительному образованию. У нас есть курс по выбору, клуб по выбору. И то, что ребенок может поменять, а то, что нужно взять на себя ответственность и идти до конца. Более старшему возрасту появляются профилированные курсы дополнительного образования. И ну вот мы смотрим, какой будет от этого эффект. Нам хочется, чтобы это были не единичные случаи, а такая массовая история. И чтобы дети действительно видели свое будущее. А дополнительное образование стало тем ресурсом, где мы могли бы их личностный потенциал развивать еще шире. Да, да. И это, кстати, вот прям полностью совпадает с тем, что я думала, как вот вывод, ну, мой личный, скажем, вывод, да, вот к этому вопросу. А, вот термины — это, правда, важно иногда. В какой-то момент название, ну, оно прям, оно важно. Потому что, когда ты говоришь «дополнительное», оно вот какое-то, да, несовершенное. Ну, во-первых, в оппозиции стоит к основному, и тогда основное и дополнительное не идут в ногу вместе, вроде как работают вместе, а вроде как, ну, что-то вот в оппозиции, оно какое-то, даже, знаете, какая-то чуточка вот пренебрежения к нему есть, и это сказывается. Ну, может быть, это не вот так... Это неважно. Вот это неважно. И это не оценивается, да. И родителям, ну, он не пошел, ну, сегодня незначимо, да, пускай бросит. Да, да, и, да, и, ну, и как это прошло, неизвестно. К сожалению, да, вот и наверное, в других, вот, которые, например, организации являются полностью дополнительными, это одно. А в школе это очень сильно чувствуется, и я, например, прям очень сильно замечаю. Поэтому я вот что хотела сказать, что здорово было бы поменять это слово, наверное, на какое-то другое. И вот актуальное образование, то, что Виталий Альдович предлагает, мне кажется, оно больше подходит в этом плане. Ну или убрать хотя бы эту оппозицию в школе, это было бы, конечно, очень здорово. И следующий вопрос. Ну, у меня все вопросы будут такие, на которые нельзя ответить. Зачем задавать вопрос, на который можно ответить? Что вообще для нас... Ну, для каждого из вас, что является целями и смыслами дополнительного образования? Вот что, ну, на вашу точку зрения, давайте вот Анну спросим. Я очень много думаю над проблемами дополнительного образования в том смысле, что когда я беру интервью у людей, которые работают сейчас, вот, например, в большом бизнесе, и говорят о том, какие навыки сейчас действительно востребованы. Вот неделю назад мне еще раз подтвердили, что сейчас большие компании навык номер один – это умение работать в команде даже для айтишника. И с одной стороны, это вроде бы везде про это говорят все, с другой стороны, это совершенно непонятно, как с одной стороны это можно реализовать в школе, ну как вот это как-то очень... Искусственно выглядит, на самом деле, командная работа в школах. Разделить по командам, как это, непонятно. По классам, да, разделить вообще? С другой стороны, я все равно не могу до конца это понять. Я вот как раз спрашивала, говорю, ну, в смысле, айтишнику, ну, зачем ему командная работа? Он сидит там все, нет, говорят, вы что? Ни стартап, ни большая компания, там, ни в Яндекс не возьмут человека с плохими вот этими навыками общения. И как это все можно увязать с той совершенно безумной образовательной гонкой, которой у нас не было, потому что наше поколение начинало действительно вот прям пахать. Ну, в лучшем случае 9 класс, а обычно 10-11, когда была подготовка к поступлению. И то, как сегодня это происходит уже в 3 классе, когда начинают заниматься репетиторами, потому что в 4 надо будет сдавать 3 экзамена в рейтинговые школы, и дети просто вот они сначала в школе, а потом они готовятся к экзаменам, а потом в 7 классе еще куда-то поступать, вот в это во все уже ничего не встраивается совсем. И то есть на самом деле есть очень много навыков реального мира, и мне кажется, что вот 2 самых, возможно, неохваченных с школой
это все, что связано со всеми типами психологического взаимодействия, с работой в команде и так далее. Второй – это просто понимание широты мира и понимание, где есть та область, где мы можем применить свои знания. Чем мои мама, папа занимаются? Они менеджеры, они что там делают? И очень интересно, те дети, которые могут работать с профориентологами, с хорошими профориентологами, те это получают, но это не 99% детей. Потому что, например, мальчик интересуется футболом или девочка играет в теннис, а есть у нее какое-то направление помимо тенниса, в котором ты никогда не станешь номер один? Да, пожалуйста. Есть специалисты по озеленению футбольного стадиона, которые получают безумные совершенно деньги, которые работают на профессиональных вот всех этих турнирах. Есть люди, которые занимаются теннисной модой или ювелиркой, связанной с теннисными всякими изделиями. И это потрясающая возможность. Кстати, прекрасный в этом смысле опыт Ксении Соловьевой, бывшего главного редактора Vogue, по-моему, я могу здесь ошибиться, которая КМС по теннису, и она очень много где это реализовывает в своей журналистской работе. И показывать детям широту сочетания того, что, как вот девочка сейчас прекрасно рассказала о том, что да, ты не можешь быть хорошим дизайнером, если ты не понимаешь химию, кто и где, что там, из чего сделано. Будут катышки у тебя на одежде вот из этого материала или не будут? И вот это одна из тех вещей, которая очень сильно проседает, и возможность показать вот всю широту того, что ты можешь делать, если тебе интересен футбол, но ты явно не будешь играть в сборной, это вот одно из тех направлений, которое очень было бы хорошо сегодня как-то детям давать. А вот скажите, вот, ну, вы говорите там про, это так, называют нас сейчас soft skills, там, да, soft skills, self, понимание себя. А вот у меня такое само есть сомнение, а можно ли учить этим навыкам отдельно, ну, как бы вот учить командной работе? Или там, например, учить критическому мышлению, вот прям курс критического мышления. Или это должно быть вот непосредственно на каком-то определенном материале? Это, безусловно, должно быть, на мой взгляд, связано с образовательным процессом, потому что очень большое количество так называемых soft skills, я не люблю этот термин, мне как-то не по себе от него, потому что он как-то перенапряжен в последнее время. Но есть абсолютно четкая закономерность, что успех твой в публичной речи и выступлением на сцене, чего там прямо находится, в какой там, прямо пропорционален, да, в общем, в какой-то зависимости находится от количества этих публичных выступлений. Да, да, первые три раза ты выступил не очень, на 125-й раз ты выступил хорошо. Проблема просто в том, что когда ты первый раз выступил плохо, ты второй раз постараешься не выступать. И в итоге опыт получают те, у кого уже есть база, а те, у кого не было вот этой базы, этого опыта не получают, они выходят из этого процесса. Такая же история с тем же английским. Чтобы говорить, надо говорить на языке. И никак по-другому ты это не сделаешь. Чтобы плавать, надо плавать. Чтобы играть в футбол, надо играть в футбол. Чтобы говорить на английском, надо просто на нем говорить. И если тебя один раз на занятии спросили: «Вася, open the book, page 15, what is the answer?» И ты один раз ответил, Марья Ивановна, ты потом не сможешь маме сказать: «Чё, сколько английский ты учишь? Чё ты не можешь на ресепшн там выяснить, как нам ключ новый сделать?» Не получится. Но если ты как-то криво, косо получаешь эту практику, которая у тебя в целом есть, то ты хотя бы не будешь этого бояться, ты будешь понимать, как это все работает. Поэтому, например, в Америке огромное внимание уделяют вот этому навыку питчинга. Прийти и за две минуты рассказать, кто ты, зачем ты, и почему ты классный, и всем надо с тобой. То есть да. Это то, что на самом деле очень хорошо теоретически увязывается, ну, по крайней мере, в области английского языка, прекрасно увязывается, в принципе, с основным образовательным процессом. Презентации, переговоры, всякие какие-то сложные такие вот штуки, все negotiations, вот эти, да. Все вот эти soft skills, да. Они не где-то отдельно в коробочке, да, то есть, они здесь же это могут быть учебный вот процесс. А что с математикой? Вот, Евгений, расскажите нам, вот, что является целями и смыслами дополнительного образования сегодня, отвечая вот на этот вопрос, если можно. Ну, мне кажется, что с математикой та же самая история, как с английским. Что есть такой английский школьный и английский для жизни. И есть математика школьная и математика для жизни. И очень у многих детей они не встречаются и не пересекаются. И у меня несколько знакомых хороших учителей, например, говорили: вы знаете, вот ко мне приходят ученики математического класса на урок истории, например. И я им задаю какой-то вопрос. А они говорят: ой,
ну сейчас же не урок математики, мы сейчас калькулятор вынем и посчитаем, так мы не можем. Вот на математике мы бы вам посчитали. Или наоборот, он там на уроке программирования вдруг спрашивает, а в каком году было такое сражение? Ой, говорит, нет, это же не урок истории, мы не можем этого сейчас знать. Так вот, мне кажется, что хорошо бы, когда и английский был бы для жизни, и математика для жизни, чтобы ребенок понимал, что это то, что он может применять где-то, не только в школе, чтобы у него ассоциировалось обучение с тем, что нравится и интересно ему, а не с тем, что сдал-забыл. Вот как тут одна из девочек выступала и говорила, ну то, что мне неинтересно, я быстренько сдам и забуду. Так вот, это, возвращаясь к тому, что вот искусственный интеллект что может заменить, а что не может. Если у тебя хороший преподаватель по английскому, то ты не будешь быстренько сдавать и забывать английский, а ты будешь бежать на каждый следующий урок. И если вдруг этот преподаватель будет кроме английского преподавать испанский, ты скажешь, о, а мне еще очень испанский нужен. Вот прямо запонадобился испанский, потому что там преподаватель классный. Если у тебя классный преподаватель математики, ты будешь точно так же бежать на математику. И тебе будет в кайф, и ты будешь искать дополнительные задачи и думать про те задачи, которые тебе задали, не в рамках урока, а потому что тебе интересно. Мы в какой-то момент с командой Учиру делали первую онлайн-олимпиаду. Это было еще до ковида, и онлайн был совершенно еще не популярной темой. И мы сделали некую олимпиаду для второклассников. Тогда это был пробный шар такой. И в какой-то момент мне звонили родители и говорили, слушай, ну как вы могли такую сложную задачу дать детям? Мы уже всей семьей неделю думаем, обсуждаем, пробуем разные варианты. И говорю, послушайте, это же круто. Вы всей семьей обсуждаете математическую задачу. Мне кажется, мы достигли своего результата. Потому что у нас была идея популяризации математики. А популяризация – это как раз, когда родители с детьми начинают про интересную задачу вместе думать. Вот. То есть… Ну, как вот мы сейчас говорим, что получается одна из целей – это вот развитие вот этих компетенций, ну или назовем там их навыков, и вы говорите о том, что это именно и про интерес, да, ребенка. Я говорю, правильно поняла? Что это про интерес и про то, что у тебя есть личный опыт. Я люблю такую математику, которая не чисто теоретическая, написал циферки, получил результат, а я люблю то, что можно подержать в руках. То есть также целью дополнительного образования является практикализация, я не знаю, как это слово, да, в том числе, если мы говорим, например, о предметах, вот о предшкольной прям программе. Я бы сказала так, что какие-то результаты в математике, в науке, были достигнуты после многих-многих экспериментов. А детям в школе рассказывают уже выжимку, то, как уже кто-то давно додумался до этого. И получается, что школа отвечает на те вопросы, которые ребенок не задавал, у него не было этого вопроса. Получается, что школа отвечает на эти незаданные вопросы. Ребенку неинтересно ответ на этот вопрос сейчас. Может, ему сейчас не вовремя. Может. А интереснее и гораздо лучше работает, когда мы ставим ребенка в ту ситуацию, где у него этот вопрос возникает. Например, простейший совершенно пример. Берем конструктор из замоченного гороха и зубочисток. Простейшая штука. Можно сделать дома, можно сделать в школе, можно сделать на отдыхе, где угодно. Горох, нут и зубочистки. И любой возраст. Если я говорю, смотри, можно воткнуть палочку в горошинку и из нескольких палочек сделать треугольник. Сколько тебе надо палочек? Ну, три, конечно. Три палочки, три горошины. Хорошо, говорю. А если я захочу сделать пять треугольников, сколько тебе понадобится палочек, сколько горошин? Он говорит, ну вот сейчас я сделаю пять треугольников отдельно. Я говорю, хорошо, а можешь сделать, скажем, даже не пять, а четыре треугольника, но как можно меньше горошин, как можно меньше зубочисток. И эта задача, когда ребенок говорит, так, хорошо, ну давай я два треугольника совмещу с одной общей стороной, так, три могу совместить, четыре, начинает перебирать варианты. Я говорю, отлично, а можно еще меньше, можно взять всего четыре горошины, всего шесть зубочисток, и у тебя будет четыре треугольника. Он говорит, но как? Я говорю, вот тебе, пожалуйста, вот бери четыре горошины, вот тебе шесть зубочисток, пробуй. Это задача, у которой простой вход, понятное, что надо сделать, у тебя очень понятные условия. И при этом надо додуматься, что надо выйти из плоскости в объем. Что как только ты из плоского выходишь в объем, ты берешь треугольник, а над ним еще одну горошину. И делаешь тетраэдр, пирамидку.
И вот у тебя 4 треугольника и всего 4 горошины. И это озарение. Если вдруг ты сам до этого додумался, это круто. И это такая вещь, про которую многие дети говорят. А мне меня никто не учил, это я сам. И это дети так говорят про то, что они сами слепили из глины, про то, что они сами решили задачку, про то, что они сами выучили, там, не знаю, прочитали книжку, нарисовали, спели. Я сам, меня никто не учил. Удивление, это да? Очень важное, что это присвоено, освоено, сделано своим. И интересно в математике давать такие задачи, чтобы ребенок сам до этого додумался. Или тот же горох и зубочистка. Я говорю, как сделать кубик? Да, ну а чтобы сделать кубик, надо понять, как устроены углы в пространстве. Надо воткнуть под прямыми углами. И, конечно, он это будет когда-нибудь в 8 классе проходить. Но он в 5 лет сделает кубик, он уже не забудет, под какими углами он втыкал. Еще он моторика это важна. Это тоже важно. Да, уже прозвучало сегодня, вот говорили, и мы как-то два раза уже, по-моему, за сегодняшний вот диалог вернулись к этому вопросу, к следующему. Он про педагога. Вот он уже несколько раз здесь был, я его прям замечаю. Педагог дополнительного образования, ну давайте вот так возьмем. Он кто? Кто он? Поделитесь. Здравствуйте. Отвечая на этот вопрос, на самом деле я выделила... Четыре основные пункта, размышляя над этим вопросом, четыре основные пункта, которые я заметила, так как я человек из музыкальной сферы, я буду все-таки больше в этом направлении говорить. Да? И вот четыре пункта, которые мне показалось, что очень не хватает именно в музыкальном, в каком-то творческом образовании. Многие уже вы, в принципе, озвучивали. Первый, наверное, это... Очень важно, чтобы педагог не останавливался в своем личностном развитии, потому что время сейчас все быстрее и быстрее, как будто технологии развиваются очень быстро. Человек, ребенок, который обучается, для него, да, у нас сегодня дискуссия, по-моему, звучит, что дополнительное образование как путь к мечте. Да. То есть каждый ребенок мечтает, чтобы он реализовался в своей сфере. А как педагог может помочь ребенку реализоваться в своей сфере, если он не знает, какие сейчас появляются новые пути этой реализации? Например, в музыкальном образовании я замечаю такую историю, что вот буквально еще 10 лет назад все работало таким образом, что ты отучился, умеешь там петь, играть, и ты участвуешь в каких-то конкурсах, кастингах, тебя замечает некий продюсер, допустим, и дальше ты... Если понравилось, тебя на лифте как бы к твоему успеху дальше ведут за ручку буквально, то сейчас с помощью интернета существует такое огромное количество способов реализоваться, монетизировать свое творчество, о которых, об этих способах педагоги, к сожалению, во многих случаях просто не знают. Это различные стриминговые сервисы, какие-то медиаплатформы. В этом сложно разобраться. Кстати, если будет кому-то интересно, для всероссийских педагогических чтений я готовила статью с материалами и табличку. Думаю, организаторы могут потом поделиться где-то этими ссылками. Вот. Второй пункт — это, конечно же, навыки самопрезентации, самоопределения. Это, наверное, одно из самых важных не для педагога, а в смысле развития у ребенка. Потому что, опять же, сейчас индустрия работает по формату понимать, что я произвожу и для кого. В любом случае, начинающему художнику очень важно осознавать, кто он такой, какой он, что он будет делать и для кого. Это очень необходимый пункт. Тебя в первую очередь спрашивают, а что ты делаешь и кому это будет интересно. Третий пункт — это, конечно же, как уже было сказано, навыки командной работы. Опять же, приходя... Ну, сначала ты варишься как бы в своем котле, там, допустим, с музыкантами или там только с художниками, со своими как бы сокурсниками, но сейчас ни один проект, он не делается индивидуально. Ну, это очень редко. Очень важно знать, с какими смежными профессиями ты будешь коммуницировать. Условно, на сцене у тебя есть не только музыканты за спиной, у тебя есть техники, есть операторы, есть осветители, есть организаторы, есть медиа, какие-то твои партнеры. И
в общем, этих направлений очень много. И очень важно даже просто понимать, кто эти люди, за что они отвечают, кому ты можешь, зачем обратиться, попросить помощи, кому, каким образом, наоборот, кому что скомандовать. Да? Это очень важно как раз-таки на практике, да, что мы получаем после обучения, мы попадаем в эту среду. И если мы не умеем коммуницировать с другими людьми, если мы не понимаем, что они делают, нам будет очень-очень сложно. Вот как раз про командную работу, кстати, хотела сказать на примере своего проекта. Буквально пару слов скажу быстренько. Последнее время занимаюсь разработкой проекта творческой подростковой лаборатории. В чем ее суть? Подросток, у которого есть некий проект. Это может быть, например, как вот у выступающей девочки. Это может быть какая-то модная коллекция. Это может быть клип, идея спектакля. Я сама вот с возраста там, 11-12 лет, у меня уже появлялись такие идеи, которые я хотела реализовывать, которые я готова была делать. Да, ну, как-то в окружающей среде не было такой возможности. То есть я хотела поставить там какой-то спектакль в своей студии, но почему-то эта инициатива не была поддержана. И очень долгий путь я просто шла к тому, чтобы в итоге там выиграть грант на свой спектакль и его условно поставить. Но если бы в тот момент меня как-то в этом поддержали, меня научили не только самой играть, но еще и аккумулировать людей вокруг себя, собирать свои проекты, это дало бы, наверное, ну, достаточно большой толчок в дальнейшем. Возвращаясь к лаборатории. В общем, суть проекта, что ребята подают, ну, как бы на конкурсной основе отбираются со своими проектами. Сама лаборатория, она длится примерно год, в идеале, если это является какой-то некой прослойкой перед поступлением, после получения там, 9 классов или 11 классов, просто попробовать свои силы. То есть за это время лаборатории участник реализует свой проект, он участвует в проектах других ребят, они делают один совместный общий проект и участвуют в каких-то образовательных активностях. По окончанию года этой лаборатории ребенок получает навыки командной работы, самопрезентации, презентации своего проекта, опыт организации, да, вот этого взаимодействия. Он получает несколько проектов к себе в портфолио. И главное, это то, что он пробует свои силы уже в реальной, как бы, в реальной среде. Не то, что он пошел учиться и такой понял, а вот это так сложно, но лучше я уйду там из своего заведения, пойду в другое. То есть за это время ты успеваешь попробовать в реальности пощупать то, чем ты будешь заниматься, и сделать свой выбор более осознанно подходить к своему обучению, потому что ты уже попробовал, ты знаешь, какие знания тебе пригодятся в дальнейшем. И от педагогов ты их будешь с большей мотивацией брать. Mm-hmm. Ну, то есть, если я так вот резюмирую, что педагог должен быть сам носителем этих навыков, ценностей, он сам должен, ну, вот если о педагоге возвращаться, да, вы хотели. Я хотела бы еще тут добавить, мне кажется, что вообще педагог чаще всего дополнительного образования — это на самом деле тот главный взрослый, который обладает уникальной способностью вытянуть подростка в самый критический момент его жизненного развития. Когда в 13-14 лет начинается вот эта сепарация от родителей, и вы, пожалуйста, мне здесь ничего не рассказываете, ребенку очень нужно, чтобы у него, ребенку, 14-летний уже не ребенок на самом деле, но окей, ему очень нужно, чтобы у него появился кто-то с горящими глазами, кто чего-то делает, и я могу туда же с ним. Это как у меня вот старший ребенок, которого воспитываю с 7 лет, он был вот типичным мальчиком, который, ну вот мне ничего не интересно, я ничего не хочу, я ни про что. Я его случайно записала на биостанцию, в биологический кружок, 3 раза в неделю. Все на меня посмотрели вытаращенными глазами, включая ребенка. Что я там забыл 3 раза в неделю? Через месяц это стало, а можно, пожалуйста, я буду ходить каждый день, а еще в субботу и воскресенье, можно я прямо с утра буду приходить, а вечером буду возвращаться. У этой истории есть, во-первых, конечно, свои риски, потому что иногда дети так сильно идут за этим педагогом, что они идут не в свою область. Но вот это вот та история, когда есть кто-то,
очень мотивированы и очень заинтересованы, несмотря на систему, потому что очень часто это люди в довольно сложных условиях. Это очень классно, когда здесь есть мужчины тоже. Я начинала работать во французской школе в Москве с владельцем французом, который постоянно меня спрашивал: «Ты мне объясни, почему так мало в России мужчин-преподавателей? Я тут не могу понять, почему мужчин нет, почему только вот, вот почему такая дискриминация здесь?» Вот, его я очень волновал. Он говорит: это же самое престижное, что может быть. Вот. Но вот это на самом деле не очень простая история. Это главный взрослый, который, если он есть, он огромное количество рисков для ребенка снимает и очень много может ему дать. Да, да, для школы это вот вообще совсем непростая история. Если педагоги дополнительного образования — это те, которые в первый половину дня вели какие-то уроки, а потом пошли вести веселую математику, это прям совсем грустно. Грустная история. А еще вот проблема, о которой... Да, сейчас. Да, просто эта вот проблема, о которой, мне кажется, вот важно сказать, что получается, что вот эти вот люди, которые зажигают, или, например, представим, что это какие-то классные специалисты в своей области, не знаю, путешественники, спортсмены, а они, не имея профессионального образования сегодня, не имеют права быть педагогами дополнительного образования. Ну, то есть, например, в школьной системе этот человек обязательно должен иметь диплом о повышении квалификации педагога дополнительного образования. И это вот, например, для людей, которые принимают таких людей на работу и вообще пытаются изменить дополнительное образование, это прям ограничение серьезное. Да, да. Ну, я хотела еще подсветить другую проблему, когда педагоги дополнительного образования чувствуют себя совершенно отдельными от школы, в которой они работают. Они приходят во второй половине дня, они ведут свои часы, они вдохновляют этих конкретных десятерых детей, которые к ним приходят, но они совершенно не знают контекста их жизни, они абсолютно выпали из той среды, в которой ребенок проводит все время. И они не всегда готовы тратить свое время на то, чтобы разобраться, про что эта школа вообще. И что мы здесь, ну, чему мы здесь учим, что мы развиваем в детях, и, может быть, в своем курсе дополнительного образования не могли бы этот аспект раскрыть, подсветить и так далее. И вот хотелось бы, чтобы педагоги дополнительного образования, ну, возможно, это не профессионально к этой истории, но они находили возможность, или это было в обязательном порядке, да, как-то, не знаю, субсидировано и так далее, потому что вопрос финансов всегда встает. Посвящать свое время. Конечно, да, получают. У них маленькая школе такая ставка прийти, то есть это еще в обратную сторону. А тут мы хотим развивать эти самые soft skills, да, потому что мы в школе это развиваем, и вообще у нас тема исследования вся глобальная, вспомните про нее тоже. И вот решить эту проблему, ну, было бы хорошо, системно, и, ну, хотя бы сделать подход к тому, чтобы, да, это произошло. То есть, как я понимаю, и те педагоги, которые были в первую половину дня, это не то, и те, которые пришли, они себя чувствуют отстраненно. А те, которые мы бы хотели пригласить классных специалистов, мы их не можем пригласить. Но я сейчас про школу говорю. И кто? Вот он, педагог. Он кто он? Вот видать ли, и между делом ребенок, у которого нет вот этой в итоге, да, целостной, в итоге картины, у ребенка, он, да, страдает. Нет, ну ребенок, да, он самое главное остается. Видать ли, Альбертович, скажите что-нибудь про педагога. Две мысли. Одна мысль прозвучала уже про горящие глаза. Да, вот сейчас скажу с точки зрения науки. Если мы возьмем отношение к чему-нибудь, неважно к чему, оно состоит из четырех компонентов. Первый — эмоциональный, мне нравится или не нравится. Второй — познавательный, хочу ли я про это знать. Да? Третий компонент — хочу ли я в этом участвовать, уже взаимодействовать. И четвертый компонент — поступок, поступочный, как я влияю на других людей в соответствии со своим отношением. Да? И вот смотрите, что получается. Мерили, всякие штуки мерили, играли в эту игру. У увлеченного человека, у него получается вот графически как лесенка. Самый высокий какой компонент? Практический компонент, да, где я взаимодействую. Чуть пониже — познавать, я и про это и знать хочу, да, и эмоциональный, мне это нравится. И довольно на высоком уровне поступочный, но он пониже, чем вот эти все компоненты, которые внутренние, которые я назвал. Картинка нарисовалась в голове, а теперь смотрите, да, вот это увлеченный человек. А у нормального человека, неувлеченного учителя, у него вот эта лесенка идет не вверх, а она идет вниз,
Да? Почему? Потому что эмоциональный компонент, он самый легкий, он не затратный. Красивая бабочка, да, ага. То есть дальше, познавательный становится, еще не, мне это не очень интересно, я много не увлекаюсь, практически минимально, а теперь самое смешное. А поступочный компонент, помните, там был поступочный ниже других, потому что он трудный, он энергозатратный, да? А здесь он самый большой. То есть он выше вот этой лесенки. Я на других влияю, а сам не люблю. Вот это то, что я назвал эффектом педагогического блефа. Да? И дети в данном случае, да, они это чувствуют на уровне ощущения, и они за кем пойдут? Вот за тем, у которого лесенка, как вы сказали, да, лидер, который влияет, которого мнение может быть важнее школы и семьи вместе взятых. Да? Мы это понимаем, о чем мы говорим. И отсюда какой вывод? Про горящие глаза. Да, то есть, что педагог дополнительного образования – это человек, слово «увлечение» здесь подходит, да, увлеченный тем, что он делает, неважно чем. Это может быть фитнес, это может быть судомоделирование, это может быть краеведение, да, но вот за таким человеком пойдут, и мы с вами знаем, что то, что мы в кавычках называем «трудные дети», что значит «трудные дети»? Януш Корчик написал, хороший ребенок – это удобный ребенок. И все воспитание направлено на то, чтобы ребенок был удобен. А для этого, пишет Корчик, нужно прежде всего сломать собственный дух и волю, и свободу ребенка. Да? Поэтому тут как бы история вытекает в другое. Но я здесь что хочу подчеркнуть? Что вот эти неудобные дети, да, которые мы называем трудный подросток, они за этим-то, за вот эта увлеченность, лидерство, оно притягивает, оно как магнит притягивает. И вы помните, пожалуйста, там эффекты 90-х годов, ну, я чуть постарше-то, чуть, да, то есть вот 90-х годов, когда, по сути, опять начиналось беспризорничество, да, как в 20-е годы в Советском Союзе. И, может быть, вы себе представляете, помнить не можете, когда наше поколение, мы еще тогда были помоложе, мы расчищали подвалы, забитые подвалы домов, делали там вместе с подростками ремонт, и одни дети делали спортзалы, да, ну, качалки по-простому. А мы делали, вот поскольку мы не про качание, мы со своим товарищем сделали первый муниципальный зоопарк. Вот в подвале, ну, зоопарк – это террариум, аквариум, то, что индивидуальный свет, стекло, а потом это стало настоящим зоопарком. И все это начиналось с того, что вот эта вода в подвале, все это вычерпывали, да, вот о чем идет речь. И тогда мы получаем, потому что, опять же, мало идей, мало горящих глаз. Еще должно быть что? Деятельность, да, то есть должна быть им про мечту, ведь была мечта, какой должен быть спортзал, была мечта, какой должен быть зоопарк. Да? То есть мечта – это образ желаемого будущего, и это супермощный мотиватор к деятельности. И последнее. По одному из проектов мне пришлось разбираться, ну, мы же лидеров-то воспитываем, да, читаем, мы же воспитываем лидеров, значит, все дела. Проект «Дерипаска» был, прямо скажу. Значит, и там была как бы лидерская такая составляющая, и я стал разбираться впервые в жизни всерьез, а что такое лидер. И я нашел ответ, который изящнейший, и сейчас он свяжет все, о чем мы говорили. Он очевидный, а в голову не приходит. Вот если мы сейчас сделаем в аудитории, назовите качество лидера, мы назовем много, и все будут правильные. А вот этого ключа, да, о котором мы, скорее всего, не назовем, хотя мы его знаем. Наличие идеи. Лидер – это не просто там, да, мы бы что набирали там, харизматичный, коммуникатор, да, и мы бы набрали правильный набор. Но ключевая вещь – это идея, потому что люди идут за идеей, за носителем идеи. А если он при этом еще коммуникатор и харизматичный, это только как бы усиливает, либо если он не это, то у него и не получится, да, он как бы сам и убьет всю эту историю. Вот ответ, это должны быть просто увлеченные люди. Образование, если мы руководители, мы должны сделать все, чтобы этот диплом, это не так трудно, поверьте, это не очень трудно. Это идет диплом ДВА, то есть это профессиональная переподготовка. То есть 300 это часов. Мы как руководители можем создать все условия, чтобы люди, знаете, когда, например, мы хотим, чтобы у них это было. Да? Считайте, это десятина, оброк, да? Вот мы должны как бы сдать.
Да, да, вот, ну, например, вещь. У нас есть курсы. Вот мой ответ. Да, есть, например, да, увлеченный человек прежде всего. Ну, вот, все равно, возвращаясь к документам, ну, такая боль. Вот мы, например, берем, у нас занятия 5-7 занятий. Например, мы хотим профессионального путешественника пригласить и рассказать детям, а что такое профессия путешественник. И ни один человек для 50 занятий не пойдет получать себе корочку в 300 часов. Но мы же не об этом. Это, нет, я просто это не сейчас. Дополнительное, да. То, о чем вы говорите. Но, это так... гость. Это категория да, гость. Это, но, к да? сожалению, когда мы говорим о педагоге дополнительного образования, мы говорим о профессионализме. А вот хотела, знаете, поделиться с вами. Я была, знаете, семейной школы. Да, вот их очень много сейчас появляется. Я была в гостях в Питере в семейной школе, и они поделились своим опытом, как они вот эту проблему решают, вообще как они с этим работают. Они при приеме на работу обязательно берут таких педагогов в первую половину дня, которые имеют прямо увлечение какое-то, обязательно которое воплощает какую-то деятельность их. Ну, не знаю, ну ходит он в походы еще. И тогда дети, да, зажигаются вокруг него и появляются какой-то клуб или что-то в этом роде. То есть, ну вот просто как там один это из... Это делал Сухомлинский в 50-х годах в своей павловской школе. Это его логика. Так. Ну, если хотите, 50-е годы — это одна история, а теперь как бы мы же инновации любим, да? То есть есть одна из самых инновационных моделей — это интегративно-матричная модель образования. И в рамках этой, умные слова, да, но в рамках этой модели, как бы, которая направлена на интеграцию воспитания, обучения и развития, в отличие от других. И там требования к педагогу изначальные. Преподавание нескольких предметов и то, чем ты можешь да. делиться увлечением с детьми. Да. То есть это при наборе команды. Да? Да, поэтому ваши коллеги питерские, они реализуют, ну, очень, это очень трудно. Это очень, это понятно, очень сложно. И так педагогов и найти очень сложно. Трудно. А еще таких, ну, да, это прям действительно... Мы обучаете. Да, да, растить. Позвольте детей, да. Коротенький вопрос. Просто вот интересно, как... Коллеги считают, вот произнесена важная фраза, да, что человек должен быть педагог с горящими глазами. Как вы считаете, как можно мотивировать или поддержать педагога, например, в условиях большой занятости и маленьких зарплат? Знаете, это очень просто. Человека с горящими очень глазами просто. Не нужно мотивировать внешними мотивами. Смысл в том, что он получает удовольствие от реализации своей вот этой потребности что-то строить, что-то делиться. И парадокс заключается в том, у меня есть чудесная притча, но нет времени, поэтому я скажу только вывод. Да? Ну, смысл такой притчи. Дети приходили играть на лужайку, играли на лужайке, там жил дедушка, дети ему мешали криками, да, то есть он хотел покоя и тишины. Дедушка стал приглашать детей, давать им конфетки и чай, и говорить, как здорово, что вы сюда приходите играть на моей площадке, и давал им по рублю. Через несколько дней он сказал, не могу по рублю, не хватает, да, только по 30 копеек. Дети повертели носами и сказали, ну ладно, бог с ним. А потом он опять их пригласил в гости и сказал, я тут ошибся в пенсии, 30 копеек тоже никак, ну, копеек 5, может, наберу. На что дети сказали, за 5 копеек можешь сам прыгать по этой площадке. И навсегда с нее ушли. Да? Вот, пожалуйста, что мы здесь видим в этой чудесной да. притче? Это подмену внутренней мотивации, внешней мотивации. И дальше человек, который работал, как там говорят, для реализации себя, вы его начнете, понимаете, а потом вы скажете, он будет, не, вот за эти деньги я здесь уже работаю. Все, вы убили человека вместе с его мечтой. То, что ему будут деньги приходить, это очень, да, это, я же не против, что, я же не говорю, что ему платить не надо. Но чтобы это было, как бы, понимаете, не связь. Вот ему нужны там для реализации такие-то приборы, да, или такие-то там, все вперед тебе, помещение тебе, поездка тебе, да, премия тебе. Но когда мы говорим, как же мы их удержим, все, тот, кого мы удержим, это уже не тот человек, про которого мы говорим. Он может, может, да. но это не тот она человек. Она тоже хотела Спасибо. Поделиться. Тут очень сложный, на самом деле, разговор, потому что, с одной стороны, вот пример такого педагога, например, на этой станции биологической, я звоню узнать, когда человек из отпуска выйдет, мне говорят, знаете, Василий Анатольевич, вот он в отпуске сейчас, но он каждый, он через день приходит, ему муравьев же кормить надо. И с одной стороны, это вот этот пример горящих глаз, но с другой стороны, это очень дефицитарный сценарий для самого этого человека. Потому что, очевидно, неизвестно, что у него с семьей, потому что если он не может уехать в отпуск, если у него муравьи, непонятно, насколько это здоровая всегда модель на самом деле для детей.
И вот эта история про, ну, вот человек с горящими глазами на самом деле не должен, ну, вот, мотивироваться деньгами, это история про всю экологию системы педагогической, потому что на самом деле организатор учебного процесса, набирая таких людей, должен сделать так, чтобы ему было хорошо работать и чтобы у него были те условия, и с одной стороны, чтобы у него было образование, потому что это во многом про безопасность, потому что про учителей мы очень часто думаем, что зачем ему диплом, вот уже куда там обязали. Простите, но личного водителя для своей семьи вы же не будете выбирать из категории, да слушай, он 40 лет за рулем, ну какие там права, какая там формальность? Нет, мы там, или к врачу мы не пойдем учиться, слушай, он отлично заговаривает, ну знаешь, там диплом уже не до этого было. Вот, то есть это на самом деле такая принципиальная штука, но это вообще про всю систему, в которой одни люди должны заниматься тем, чтобы у людей была достойная оплата труда, как мы это видим и в западной модели образования, и в восточной модели образования. Фактически, не знаю, много ли стран, в которых учителя где-то вот какой-то такой средний, нижний, нижний, средний класс, где-то вот непонятно. Но на самом деле тут тоже вот нет простого ответа, потому что с одной стороны увлеченность, горящие глаза и по-настоящему вот любовь к своему предмету, с другой это все граничит и с выгоранием, и с каким-то серьезным личным кризисом, и со всем вот этим. Поэтому такая очень, очень такой вопрос баланса и вопрос организации сложный. Так спросили. Так, ну, так, так спросили. А, да, мы к следующему вопросу перейдем. Мы здесь вот на нашем форуме очень старались отразить идею, что вообще образование это про, не знаю, про школу без стен. Вообще образование, город как образование, вообще мир как образование, социум как образование. Мы постарались пригласить очень много из совершенно различных областей гостей, да, проектов, которые бы показали, что образование — это вот, вот про весь наш город. И я хотела вот в этой связи задать вопрос, поскольку у нас и гости такие сегодня совершенно разные. Вот как сегодня, на ваш взгляд, меняются институты дополнительного образования? Какие новые смыслы они вносят? Вот Наталью я не представила. Это руководитель платформы для творческих подростков «UTeens», факультета бизнеса и маркетинга Британской высшей школы дизайна, продюсер в кино. Вот, Наталья, скажите, пожалуйста, вот что вы думаете? Спасибо огромное, добрый день всем. На самом деле, как-то там все смешалось, UTeens отдельно, Британка отдельно. Действительно, мы работаем с творческими подростками, и мы в этом, вот в этот раз сейчас вышли с такой парадигмы, что кружки уже не те. Я уверена, что все так или иначе ходили в кружки, это было чем-то таким дополнительным, необязательным, получилось, не получилось, неважно. Те, кто в спорте иногда летели в профессиональный трек, такое тоже было. Ну, кто-то не летел, это, ну, действительно было неважно. На мой взгляд, сегодня дополнительное образование, и это болезненный момент для меня лично, начинает конкурировать с общим образованием, потому что там точка интереса. Да, я это вижу по нашим ребятам, по тем интервью, которые я провожу с нашими родителями, потому что здесь тот самый преподаватель с горящими глазами, здесь тот самый преподаватель, наверное, который больше идет в позиции ментора, который спрашивает, какая у тебя мечта, куда ты хочешь прийти, и дальше помогает двигаться в этом направлении, но не назидательно, а находясь рядом, при этом не теряя, как бы он эксперт, да, он не только преподаватель. Мне кажется, вот это для дополнительного образования особенно важно, потому что это люди, которые вот на кончиках пальцев сейчас приносят экспертизу, а что сейчас происходит в кино, а что сейчас происходит в искусстве, в дизайне, в чем угодно. И мне кажется, это важно для любого образования, будь то математика или что-то другое. И вот этот какой-то некий конфликт, для меня это вопрос, как сделать так, что та форма образования, которую мы у себя реализовали, потому что мы решили все проблемы. Мы решили проблемы того, что эксперты не имеют подготовки, мы их подготавливаем, мы даем огромное сопровождение методическое, да, и так далее, когда они со своей экспертизой приходят, мы ее упаковываем, и еще мы их доучиваем, да, чтобы выпустить. Ну, то есть мы все те вещи, вопросы, да, которые вы поднимали, мы ее как бы решили. И следующим этапом у меня возникает вопрос, а как сделать так, чтобы вот этот вот альтернативный образовательный опыт, который получают у нас подростки, мог помогать школьной системе образования? К
как их поженить, потому что мы как будто находимся на разных планетах, там отметки, достигаторство. В общем, у школы действительно нет такого как бы люфта, гэпа для того, чтобы глубоко давать многие вещи, связанные с софт-скиллами, с селл-скиллами, они супер важны. Я 50 часов разговаривала с родителями в начале этого года, вот прям целую неделю без остановки. Все очень сильно родители озадачены тем, а как вообще будут их дети коммуницировать. Коммуникабельность звучала у каждого, чего не хватает, коммуникабельности. И как будто бы образование сильно не поспевает школьное, это и понятно, тут невозможно обвинять кого-то в этом, да, потому что 10 лет — это самый длинный цикл в образовании, вы понимаете. То есть у вас, не знаю, Яндекс.Такси, вы вкрутили какую-то фичу, потестировали это на тысячи, там, не знаю, пользователей, поняли, взлетело, не взлетело, нормально. А когда в образовании, в школьном вы пытаетесь поменять что-то, то вы поймете, как это сработало, ну, из серии через 10 лет. Сработало — нет. Поэтому вот здесь для меня важный вопрос, как на самом деле можно было бы поженить эту историю, как хотя бы экспериментально, на каком-то маленьком объеме, попробовать сделать это классно и привлекать тех самых как бы, да, педагогов, потому что у меня был подкаст вчера, я говорю, а что такое образование сегодня? Ну, образование современного ребенка — это 24 часа в сутки. Он включает ТикТок, он там образовывается. Я у них спрашиваю, что вы там делаете? Ищем полезную информацию. Есть уже исследования, которые подтверждают, что это не только дешевый дофамин, который они из роликов там с прыгающими котами, да, они там реально образовываются нон-стоп и очень много оттуда забирают. Получается, что мы все, родители, школы, институции, перестали быть тем окном во взрослую жизнь, которым школа являлась раньше, и дополнительное образование в том числе. Поэтому как будто бы нужно очень сильно, постоянно переосмыслять вот этот процесс и этих детей, потому что в 15-м году они были одни, в 24-м они уже другие. У них шутки каждый год разные. У нас было вот это на темной-темной улице, и годами-годами это все происходило. А сейчас у них каждый месяц новые мемы. Каждый месяц новые штуки какие-то. И за этим поспевать безумно сложно. И, на мой взгляд, очень важно работать с родителями. Потому что я вообще из кино пришла в образование, я продюсирую кино. Но я увидела сразу, что вот этого треугольника, когда взаимодействие родитель, школа и ребенок, оно происходит сбалансированно, когда там нет какой-то вражды, это очень важный аспект. И родителям тоже сложно. Ну, мы же тоже там смотрим Netflix, Кинопоиск, этим развлекаться. Ну, вообще модель жизни поменялась. И как вот в этот, это все организовать, это еще и на масштабе. Ладно, окей, у меня там 400 детей, мы держимся. Вот 4000 мы уже как бы не выдержим быстро, потому что большая проблема с преподавателями. Но Юля, вот... позвольте мне реплику. Конечно, короткую. Да. Зацепила одна вещь. Вот когда вы сказали, цитирую вас, поженить со школой, тоже, да, вот, да, дополнительное образование. Я признаюсь, сейчас меня могут уволить с работы, но я признаюсь в крамольных мыслях. У меня первый вопрос, а зачем? То есть, и почему у меня возник вопрос, а зачем? Да? Потому что школа безнадежно отстала. Еще Уинстон Черчилль сказал, генералы всегда готовятся к прошлой войне. И вот то, что у нас реформа образования, это реформа не просто про 20 век, это реформы даже про 16 век. Яна Мос-Каменский, простите, 17-й, вру. Яна Мос-Каменский, классно-урочная система и прочие все вещи. Да? То есть, и поэтому, мне кажется, не надо вот себе, как это сказать, вешать на себя вот эти вериги и кандалы. Надо идти вперед. Потому что нынешнее образование, вот как бы, я просто читаю еще курс футурологии образования, поэтому мне все это очень близко, да, то, о чем сейчас пошла речь. И речь идет о чем? О смене образовательной парадигмы. Да. Да, и вот та школа, которая пытается сегодня усовершенствовать парадигму, простите, 17 века, ну и пусть она на здоровье дальше продолжает совершенствовать. Все, кто занимается дополнительным образованием, мы имеем, ну, себя чуть-чуть тоже, да, мы имеем фантастический ресурс, потому что мы не зависим от дамоклового меча, да, баллов, да, и прочих всех вещей. То есть мы можем реализовывать, ну, опять же, не моя мысль, правда, отстраненный ныне ректор РАН ХГС МАУ, все-таки он много лет
останется, видимо, МАУ, да, у него есть это буквальный тезис, что в 21 веке дополнительное образование является решающим для карьеры и развития человека. То есть, ну, я просто, я согласен глубоко абсолютно с этим. А чем является дальше еще, да, как бы вот школа? Теперь Синеку процитирую. Синека — это что у нас, больше 2000 лет назад, верно? Я уж не помню сколько, но точно больше, да, судя? Да. Вот. Мы учим, цитата буквальная, мы учимся, увы, для школы, а не для жизни. Синека больше 2000 лет назад. И мы здесь сидим и продолжаем вот про эти все вещи говорить. Да. А что делать тогда, родителям? Я вам скажу, у меня свой пример. Я предполагала, что моя дочь останется на третий год в пятом классе. Да. При том, что, ну, то есть она дизраптит систему и отталкивает ее максимально. И я понимаю, что я смогла взять лучших преподавателей, разбросанных по всему миру. И, ну, через два занятия по математике стало понятно, что она будет учиться геометрии в седьмой класс сейчас уже, потому что все это она знает. Но она принципиально не делает вот эти ужасные вещи. Протестует, совершенно верно. А что делать массовому родителю? Вот я решила свою проблему. И в этом же контексте в нашей дискуссии ко мне спрашивают, а какие школы самые лучшие? Вот куда рекомендую? Да? Типичный родительский вопрос. И мой ответ их всегда разочаровывает. Та, которая ближе всего к дому, и не надо переходить улицу. Потому что с моей точки зрения, я уже сказал свою позицию, школа 17 века будет у нас раскрученнее и престижнее с точки зрения карьеры, еще фактами. Агентство «Суперджоб», знаем, наверное, все, да, то есть рассылки получаем. В 2019 году принято решение, исключено из анкеты графа «образование» за ненадобностью. И написано, да, что как бы отсутствие образования не является препятствием для реализации в какой-то... Такой мир нынче. То есть раньше у нас было что? Образование раз и навсегда, и на всю жизнь. И карьера, и так далее. И мы живем в этой, извините, парадигме. А мир изменился. Да, и как бы сегодня акценты совсем другие. Ну, вот если... Переживать, на мой взгляд. Да, вот, ну, видите, я радикальную вещь сказал. Нет, абсолютно, да. Но вот если говорить про нашу Вику, которая сегодня выступала, а не было просто, это современное российское образование позволяет, в отличие от европейского образования, оно позволяет ребенку полностью забрать из системы образовательной. Да. Позволяет. Но это тогда ответственность родителей, это его осознанный выбор, он на себя принимает решение, он несет эту ответственность. Это сложно, да. Но и правда все больше и больше детей в этом нуждаются. Британская система еще позволяет полностью забрать. Как мне сказала моя знакомая учитель как раз британской школы, она сказала, в моем окружении на Мазерати ездит только один человек. Это садовник моей бабушки. Он даже школу не закончил. Знаете, что вы сейчас сказали? Что образование перестало быть социальным лифтом реальным. То есть вот и все. И оно не сегодня, не вчера, это уже давно случилось. И поэтому как бы совершенно другая ложь. Таисия, поделитесь тоже своими мыслями. Можно любыми мыслями, не обязательно только вопрос вообще к нашей дискуссии. Ну вот, да, был вопрос вообще, как вот вы относитесь к тому, что меняются институты дополнительные, вообще изменяется мир и парадигма образовательная? Ну, я, наверное, только добавлю проблем в нашу дискуссию, потому что я представитель школы онлайн-образования. А это тоже, на самом деле, проблема. В каком плане? Система онлайн-образования, да, как дополнительного образования, я сейчас не беру онлайн-образование, которое в школу внедряется, а именно дополнительного, оно очень молодое. Да? И у меня онлайн-образование так случилось в моей жизни, что оно связано с анимацией. Да? То есть это вполне себе вид искусства, такой очень традиционный и в каком-то смысле даже традиционный и не терпящий каких-то нововведений, с одной стороны. Но в этом плане, в его молодом еще состоянии возникла проблема выработки методологии преподавания. Потому что, с одной стороны, онлайн нам убирает все границы, да, у нас нет никаких
расстояний, да, каждый человек в любой точке мира может получить это образование, но с другой стороны, качество этого образования, да, и, собственно, результат того, что хотел получить ребенок, родитель, куда он хотел его включить, да, оно становится под вопросом. В моей сфере, да, не существует проблемы отсутствия горящих глаз. Потому что все мои преподаватели — это режиссеры, режиссеры, которые снимают свое кино. И вот тут я могу сказать, что мы решили эту проблему. Дальше пошла проблема выработки методологии, как можно не только, когда ты создаешь сообщество и один на один, ну или в группе, но очно общаешься, и автоматически создается вот это сообщество, да, и ребенок или уже взрослый, или подросток, он уже включается в сообщество анимационное какой-то частью. А как сделать так, чтобы включить этого человека, да, который находится там за 2000 километров, в это же сообщество. И вот здесь мы, как бы, конечно, только в начале пути решения этих проблем, но оказалось, что когда мы стоим на тех же принципах, что и общение в офлайне, да, и передаем их в онлайн, если мы не исходим с этого пути, да, соответственно, вот эта связь, эти расстояния, да, они сокращаются. Но, конечно, мир идет вперед, технологии идут вперед, да, ребенок, подросток загружен постоянно очень много, постоянно появляется много информации, много программ, да, которые он должен освоить. И, соответственно, индустрия, ну, в частности, в моем случае это анимационная, она постоянно запрашивает определенных специалистов. И эти специалисты тоже постоянно меняются. Да? Сегодня одна программа вышла, завтра другая. Да? То в одной нужно аниматор, то в другой программе. И вот те преподаватели, которые создавали сообщество свое, которые являются сейчас звездами, да, анимационной индустрии, и работают своими методами, да, они учат так ребенка и подростка, и будущего режиссера, они передают ему свое знание и делают из него, ну, условно, великого режиссера. Да, вот Нарштейн делает Нарштейна, условно. Да, и он не может вот так вот перестраиваться, да, и быстро запросам индустрии отвечать. И, конечно, мне кажется, что в дополнительном образовании есть эта проблема, да, ответа реальности, о котором мы тоже говорили, да, ответ реальности, ну, в моем случае это ответ индустрии. И на сегодняшний момент я поняла, что школа от авторской, да, вот там, где важны очень преподаватели и их метод, она превращается более в продюсерскую, да, то есть она как бы переходит точка. Я как продюсер, да, получаю эти запросы из реальности, да, даю преподавателю эти запросы, и мы воспитываем, но уже получается, что мы хотим воспитать не великого режиссера, а мы хотим воспитать человека, который может выполнить, да, вот о том, мы тоже об этом сейчас, в этом звучало в нашем разговоре, выполнить какую-то определенную функцию. Рисовщик, фазовщик, да, аниматор. Да, он может быть, хотя он может быть иногда ключевым, да, в каком-то фильме, иметь ключевую позицию не менее ключевым, чем режиссер. И вот эта вот проблема, да, она решается и только в начале, так, пути решения этого. Юль, я очень прошу реплику. Это тот самый случай, когда я очень прошу. Значит, смотрите, что мы сейчас видим. Да? Два момента хочу сказать. Есть такая штука, называется предпрофессиональное образование. Оно есть в музыкальной, да, оно есть в художественной. И то, о чем вы сейчас говорите, я слышу, очевидно, про предпрофессиональное, да, образование. И теперь возникает у нас вопрос, то есть вот дополнительное образование мы будем поворачивать в сторону личностного развития или в сторону предпрофессионального, да, образования. Это, кстати, Ольга Сергеевна, та же ситуация, с которой мы столкнулись у вас в школе. Да? На мой взгляд, ну, это две разных, оно у нас называется и то дополнительным образованием, да? Но по сути, по своим, как бы,
целям, смыслам – это две абсолютно разные направления. И второй момент, это касается не только нашей дискуссии. Вот давайте все, кто здесь присутствует, мы все же в мире образования, задумаемся над словами, которые у нас звучат каждый день. Получить образование. Мы дали нашим детям, Чувствуете? То есть субъект, объектная история. Да? Дал, получил, расписался. Мы отдали ребенка в школу. Совершенно верно. Вот здесь логика какая? Это мы должны себе, как профессионалы, бороться с этими словами «дал, получил образование». Образование можно добыть. Взять тоже нельзя. Да, да, нельзя в «дать» и «взять». Да. Смотрите, «дать» и «взять» – это у нас акт. А «добывать» – это процесс. Причем какой процесс слова «добывать»? Субъектность мне уже автоматом идет, я добываю. Вот логика это. И поэтому мне кажется очень важно, да, что мы что делаем? Мы как взрослые, мы организуем вот этот процесс добывания. Кстати, знания давать нельзя. Информацию можно давать. Знание – то, что формируется у меня внутри на основе информации, на основе опыта, на основе эмоционального восприятия. Это я к тому, что насколько вольно, да, как бы мы используем, мы все, все сообщество использует эти слова, и Бог бы с ним. А самое страшное, что эти слова меняют нам смыслы, помимо нашей воли и нашего сознания. Да. Мы же хотим, чтобы дети были субъектными. И отсюда тоже вопрос, да, вот ремесленник или художник, о котором вы подняли вопрос. На мой взгляд, не ставим мы художника, потому что художник, да, он должен освоить ремесло, любой художник, но он же себя выражает. Нельзя сделать лидера, нельзя сделать художника, да, то есть можно сделать лидерские навыки и художественное ремесло освоить. Вот, мне кажется, это нам надо понимать хорошо. Да. Ну, наверное, такое прям самая-самая-самая последняя вишенка. Такой вопрос, он, может быть, не знаю, прям совсем про образование, может, вообще не про образование, но мы же так свою сессию также поименовали. Просто поделитесь, что такое мечта, ну и что такое мечта в отношении образования, кто вот хочет. Может быть, кто-то хочет из зала поделиться, мы тоже будем очень рады послушать, что такое мечта, какое она место играет в мотивации, вот как ее вот поймать? Это свободный вопрос. Нет, свободный, кто хочет, тот говорит. Давайте я начну, наверное. Ну, мечта, так как я... У меня так разделю, есть моя мечта, а есть мечта моих студентов, преподавателей. Да? Вот в моей сфере мечта каждого, кто ко мне приходит, это ну, самовыразиться, да? Снять свой фильм и посвятить этому жизнь. То есть вот они все очень особенные. Я думаю, те, кто занимается кино, тоже меня поймут. Эти люди особенные, они живут этим. Это такое, такой образ жизни. И их мечта, да, это реализоваться и жить этой жизнью. А моя мечта – это помочь им на этом пути. И когда мне это удается, ну, не только мне, а у нас вот большая команда, когда нам это удается, и когда возникает... из одной школы другая школа, да, это учит уже следующих. И вот это на самом деле истинное счастье. Мечта педагога реализовать другую мечту тоже. Да. У меня, я подумала, что две, наверное, мечты. Первая, мне очень хочется, чтобы как можно меньше было ситуаций, я называю это выученным неспособностью. Когда человеку сказали, не беспомощностью, вот именно не, бездарностью, он называет выученная бездарность, когда человеку говорят, так ты только не пой, ты только не рисуй, математика не твое, к английскому ты абсолютно бездарен. И человек потом с этим живет, и несмотря на то, что он может быть прекрасный совершенно к математике и просто что-то не пошло, вот у меня математика прям сильно болит и фонит, вот, а все равно он будет внутри себя знать, что математика — это не мое. Я это очень много вижу с языком, с английским.
И тут вот очень много с этим связано вот этого такого сакрального. Тут нужен дар, чтобы это знать, абсолютно не нужен. Вот. Но мне очень хочется, чтобы как можно меньше детей попадали в ловушку вот этого «он у вас неспособный», которая возникает и со стороны родителей. Это очень больно бьет по родителям, то есть тут в любом случае будет какая-то реакция, и со стороны преподавателей. И личная моя мечта, связанная с английским языком и, собственно, его преподаванием, мне очень хочется, чтобы у нас поменялась система преподавания в школах, чтобы начиналось с А0, чтобы начиналось так, как правильно, чтобы не перепрыгивали через уровень. Я много раз предлагала через разные инстанции, можно я бесплатно приду в государственную школу, возьму бесплатно класс, а вы просто посмотрите, как это работает. Нельзя пока, ну даже ни на какую ставку нет, мне сказали, что ну, если бы вы китайские показали, может быть, еще можно было бы. Вот, а вообще так, знаете, вы со своим английским идите, пожалуйста, куда-нибудь. Вот. Но, тем не менее, это поэтому пока у меня мечта, а не проект. Но мне очень хочется, чтобы у нас поменялась вся система того, как построено обучение языкам в России. Я очень верю в возможности это поменять. Да, да. Ну, и я продолжу. Моя мечта очень созвучна. Я мечтаю, чтобы было как можно меньше детей, напуганных математикой, которые считают, что «ой, нет, только не математика, все что угодно, там, не знаю, я 30 плюс 50 буду считать на калькуляторе, потому что я знаю, что математика – это не мое». Я очень хотела бы, чтобы в образовании и школьном, и даже дошкольном, чтобы не пугали детей математикой, чтобы не говорили, что «ой, нет, это математика, это очень сложно», а чтобы, наоборот, была программа построена так, чтобы каждый ребенок увидел, что математика – это то, что можно подержать в руках, это то, что можно понять, это то, что не надо пытаться выучивать наизусть, потому что понять гораздо быстрее и эффективнее. И... Да. Это, знаете, мы недавно с командой, так у нас такие проходят иногда генерации, такие мозговые штурмы, понятно, что много всего написано про личностный потенциал, мы такие, ну вот что же такое личностный потенциал, вот это мы все там разобрали. И знаете, к чему мы пришли вот в итоге, что как вообще, вот как же его развивать-то? И мы пришли в итоге к тому, чтобы главное, чтобы ребенок знал, я вообще все могу. Я вообще могу все. Вот если он просто выйдет, и вот у нас я могу. Вот, и вот как ты хотела позиции, вот мы пришли к такому выводу. Вот, кто еще? Мы, кстати, перешли как-то на больше свою мечту, но я еще предполагала, что мы поговорим, что такое вот в образовании, какую роль играет мечта. Давайте я попробую, потому что, мне кажется, я сейчас делаю школу своей мечты. И благодаря Витальду Альбертовичу мы задачу ставим внимание к мечте ребенка. И я очень верю, что дети, которые выйдут из этой школы, они будут знать, что их мечта — это важно, что ее можно воплощать, и что можно ее изменить, и это тоже не страшно, и она будет другая, и с ней можно жить еще одну жизнь. Да, и здесь очень много можно сделать за свою жизнь разных мечт. И очень верю, что эти дети впоследствии изменят наш мир, потому что когда я вижу сейчас педагогов, которые боятся уйти в мечту, потому что МЦКО же мы пишем, и папа с мамой спрашивают эти результаты, и когда я вынужден им говорить, да, будет результат не такой, какой вы ожидали, но у вас сейчас ребенок занимается своей мечтой, он тратит время на проекты, для него это важнее. И вот победить вот эту историю, это уже моя личная мечта, чтобы страх педагога перед результатом, который ждет от него, родитель, который тоже напуган тем, что, возможно, ребенок не поступит в тот вуз, который через 10 условных лет, наверное, будет топ. Я очень верю, что вот чем больше будет таких педагогов, тем, наверное, проще нам будет изменить эту систему. И вот ответ на ваш вопрос тогда и придет, что же делать. Да? Ну вот, наверное, вот эта мечта когда-нибудь сбудется, я очень верю. Она сбудется обязательно. Мне кажется, что я буду догонять. Во-первых, мы делали пару недель назад прям воркшоп с детьми про целеполагание через их мечту. И они настолько воодушевленно ушли, потому что им так важно быть услышанными,
Поэтому просто удачи желаю тебе. Мне кажется, еще очень важно, не могу сказать, что это прям мечта-мечта, но чтобы у преподавателей была возможность получать необходимую поддержку, потому что для того, чтобы они давали детям то, о чем мы все говорим, у них где-то должна вообще вот этот ресурс, они должны пополнять. И этого абсолютно точно нету сейчас. Это номер один, мне кажется, вообще профессия для выгорания, особенно в этой системе. Ты за все хорошее против всего плохого, у тебя там бюрократия. И мне бы хотелось, чтобы системно поменялось действительно в образовании. И я уверена, что у многих откроется другой совершенно потенциал, эти глаза загорятся. Это большая системная штука, которая, наверное, в каком-то смысле революционная для образования. И тогда образование заиграет другими красками. Коллеги, знаете, на что я обратил внимание? Что все наши мечты, которые прозвучали, они имеют, уж извините за термин, внешний локус контроля. То есть кто-то где-то должен что-то сделать, чтобы математика, да, преподавание математики изменилось. Чувствуете? То есть чтобы система изменилась. Вот, видимо, это как бы Господу обращение, уж я не знаю, кому еще. А мне кажется, очень важно, и смотреть, что получается. Если мы так мечтаем, то мы невольно транслируем эту же логику и детям, с которыми мы взаимодействуем. Да? Мы невольно это делаем, не отдавая себе отчета. И мне кажется, здесь очень важно вот этот акцент, мечту связать с собственной активностью. Есть же такая, и тут счастье рядом прибежало, да? Потому что счастье – это что? Это возможность осуществить в задуманное в гармонии с миром. Да, вот как бы по определениям, которые пишут в философских всяких словарях. Можно я немножко уточню? Дело в том, что и у меня, и у Жени Кац, вернее, у нее сначала был, у нас очень большие проекты по обучению как раз детей. Например, я за последние 5 лет выучила примерно больше 10 тысяч родителей, как давать своим детям нетравматично английский язык. Но штука в том, что несмотря на то, что у нас проекты довольно успешные и с точки зрения аудитории, размера, и с точки зрения детей, и с точки зрения количества родителей, которые приходят и говорят, боже, как же хорошо, там типа теперь ребенок зашел в школу с этими всеми знаниями, мы очень хотим это из успешного своего частного коммерческого опыта сказать, что слушайте, ведь ничего же не надо. Вот так, как мы показали родителям, можно с детьми, допустим, играть и преподавать, ведь то же самое можно внести в систему. А когда вам начинают во втором классе выдавать транскрипцию у детей и показывать, чем шва отличается, значит, например, там вот от лигатуры, или когда на первом уроке английского языка возникает обезьяна Chuckles, и надо запомнить, как она пишется с двумя диграфами, это не то, что ребенку даст. Но вот смотрите, вы опять говорите, да? Вот вы подтвердили ровно то, что я сказал. Вы мечтаете о том, чтобы они там делали хорошо. По вашим, допустим, я это слышу. Мотайте головой сколько хотите. Прозвучало то, что прозвучало. Да? Значит, и давайте вернемся к мысли о мечте. Мечта – это образ желаемого будущего, мы уже сказали. То есть детям нужно помогать. Да, сегодняшние дети… Вот вы сейчас на меня сидите и обижаетесь. А зачем обижаться, если вы сказали то, что сказали? Да, то есть... она сказала о том, что перевести это в массовость. Ведь это действительно, это важно. Это чтобы важно. Масса, все, это дискуссия ни о чем. Да. Да, просто есть такой аспект, что когда мы говорим слово «мечта», мы часто имеем в виду, что эта мечта где-то должна помимо нас случиться, и всем будет хорошо. А как вы знаете, вот есть такой, в общем, одна моя знакомая, когда еще был молодым человеком, она была не молодой, она говорила, я хочу быть матерью всего мира. Да? И это грех с точки зрения даже религии. Вот не надо быть матерью всего мира. Мне кажется, что очень важно на нынешнем этапе это каждому из нас делать максимально хорошо и эффективно то, что делаем мы. Да? И вот эти разговоры, они, мне кажется, они опасны для нас всех. Вот мы им хотим, чтобы там было все здоровы, чтобы всем было хорошо и так далее. Да, я тоже, например, хотел бы, чтобы по моим методикам проектирования средового работали все школы Российской Федерации прогрессивного человечества. Но это ни разу не мечта, да, потому что это уже зависит не от меня. Вот оно так либо есть, либо так нет, и, скорее всего, нет. И это нормально. Как сделать, чтобы есть?
учить людей с теми, кто пришел, да, рядом с ними работает. И вы делаете то же самое, правильно? Те, кто пришел к вам, вы с ними работаете. Они уходят от вас, и один там, может быть, из десяти несет всерьез, я ключевое слово всерьез, да, несет всерьез то, что он научился, не научился, неправильное слово, впитал, приобрел. Да, то есть научиться технологии не значит ничего. На самом деле, мне кажется, мы еще здесь вот всех собрались, у всех прям такая мечта прям есть. Не, ну это, наверное, правда, потому что таких людей подбирали, а у всех есть мечта. Но ведь это на самом деле не совсем прямо так. И если мы пойдем к среднему, ну не знаю, к людям в основной массе поспросим, мне кажется, что большая часть людей, даже взрослых, они не знают, о чем их мечта. Не, я даже сейчас, признаюсь, прям сижу и думаю, я не знаю. Меня это даже пугает при приеме на работу. Я очень много собеседую людей, и когда приходит 19-летняя девушка, симпатичная, молодая, и она не знает вообще, у нее нет мечты. Она уже устала. А ее к детям мне нужно пустить. И вот этот, ну, это очень страшно, я вам скажу. Это страшно, да. Смотри, тут успех и счастье. Вот мы путаем эти две вещи, да, и все эти штуки, которые мы их делаем про некий социальный успех. И нам кажется, ну, неосознанно, как бы мы его приравниваем к счастью. А две совершенно разные иногда могут совпадать. Но ключевое слово «иногда». Да, потому что вот эта конкуренция, борьба, победа, успех – да, а счастье – не факт. Да, очень бы хотелось, чтобы… Все, можно? Я буду завершать. Хочу сказать, чтобы… очень бы, правда, хотелось, чтобы каждый ребенок и мы все имели мечту. Я тут, знаете, даже из Евгения Онегина тут строчки приготовила, но не буду их читать. Там смысл, знаете, в чем? В том, что вот мне уже скоро 30 лет, а мечта у меня уже пропала. Я очень хочу, чтобы ни у одного из учеников, которые вышли, у родителей, которые с нами работают, такого не было. Пусть у нас у всех будет мечта.